Хаёга, и с вами Шимки, мы продолжаем рейдить игру по названием Гуакамоле 2. И это у нас, по идее, уже 10-я серия, или 11-я. Мы с вами находимся в Вилиачеле. Давайте немного пособираем, что здесь у нас осталось вообще. И, в принципе, будем отправляться в храм. Так, сначала мне нужно сюда зайти. Инопланетяне. О, это ж покемон. Готово. Так, там мы все сделали. Я могу что-то прокачать. Уничтожить противников. Блин. Надо уничтожать, потому что это не дело. Я хочу потом, чтобы просто враги умирали просто из обычных ударов. Взрывались. Буду, короче, упорно такие атаки делать. Так, курица наверху, да? Блин, мне еще нужно как-то найти это гитару этого челика. Тоже хер знает, где ее взять. Ну, золотой сундук я не возьму нигде. О. Ну что, папаша, вижу, снова ты знаешь. Вот только лучадор — это не марка одежды, которую ты носишь, это образ жизни. Докажи, что это крутой чувак, покажи убийца на лягушащий плюх. Ого. То есть, неплохо. Но есть один прием, который сможет выполнить только настоящий лучадор. Ты либо умеешь делать удар головой, либо нет. И если нет, тогда ты просто пустозвон. Ух ты! Я сперва подумал, что ты ряженый какой-то, а ты оказался крутой перец. Твои приемы просто превосходны. Чувствую себя как дома. Ну, он типа фанат, да? Ну, всего этого. Там я не сломаю. Ведь вот, хотя туда можно и так допрыгнуть. Туда можно допрыгнуть, если постараться. Все. Ну хотя тут задел был на курицу, походу. Так, 93, но это получит 7% у тех наверху, да, которые я не могу достать. Блин, ладно. Сейчас интересно, тот парниша. Может, тот парниша, которого мы
которые разломали статую, как раз и есть тот злодей. Хотя навряд ли. Почему мне куда-то наверх показывают? Бонусная, что бонусная? Я уже в бонусную ходил. Давайте через... Нет, через низ не вариант. По верхней части тогда желтую часть уничтожу. А, блин, фиг знает, ладно. Сейчас что-то придумаем. Ну, я думаю, лишние монеты мне не помешают. Вообще не помешают. Так, вниз. Но мне попроще будет дальше спуститься. Ну да, все рушится, все уничтожается. Вот здесь, да, мне будет попроще спуститься, по идее. Нужно удары прокачивать. Так, хорошо. Так, дальше мне влево, вправо, то есть... Так, мне вверх не нужно. Отлично. Так, бежим, бежим, бежим нам вниз. О, это эти мексиканские суицидники. Так, и сейчас как раз я буду смотреть по способностям, что у нас там. Ну блин, тут до хера мне надо. Еще. Не успела что ли она обналичить. Почему меня в бонусную зовут? Ладно, окей. Просто знаешь, что такое бонусное, и я не хочу туда снова идти, как бы. Может здесь есть... А, здесь скорее всего-то есть... Пойдем наверх. Да? А ну-ка. А, сокращение пути сделаю.
Ого, здорово. Черные дыры. Нынче повсюду. Я много читаю о них в последнее время, и, похоже, появление они из-за того, что граница между измерениями исчерпалась. Чтобы как следует в этом разобраться, мне предстоит прочитать еще больше. Ну, я, кажется, тут же был, да? У меня даже галочка стоит. Снова вы. Лучидор, знаете, я много об этом думал. И понял, что мне стоило вас поблагодарить. Так как отцовская машина превратилась в груду металлолома, мне пришлось подкопить денег и купить собственную. Пускай было нелегко, зато теперь я могу с гордостью назвать ее моей. Моя ласточка, взгляните, настоящая красавица. Так что это был важный жизненный урок для меня. Спасибо. Нет, 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 мы этого делать не будем. Так что это был важнейший урок для меня. Я просто не смотрю на экран и... Outro Ball читал. Стойте, нет. Ладно, ладно, тебе повезло. Окей, я не буду ломать его автомобиль. Ну, я ж уже из измерения вышел. Нет. Ну и ладно. Буду пешком ходить. Что ж. Может, если мы спасем Мексик Вселенную, то уравновесите эти свои действия и все-таки будут хорошим человеком. Я уничтожу. Я получил деньги. Я получил за это деньги. Ладно, я бы мог и не уничтожать. Так уж быть. А, это типа выход из ада. Поэтому мы тогда так и быстро. Блин, не знаю, как будто что-то есть, но что это? Ту-ту-ту-ту-ту. Ну я буду тогда вкачивать один какой-то удар. Мне нужно на полет изучить. Я не могу пропустить вас без документа. Представьте мне форму C7, так и две фотографии, как на паспорте. Постой-ка, Алан. Какую именно форму ты имеешь в виду? Старую версию или новую? Что? Я не знаю. Тогда ты уволен. С огоньком. А? Хуан, прошу прощения за некомпетентных моих работников. А люди умирают не за тем, чтобы становиться бюрократами. Так при жизни. Ну, спасибо. Хуан, к слову, у нас открыто несколько вакансий. Если сможешь, можешь пройти на собственную после того, как спасешь мир. Эй, приятель. Этот коридор закрыт на ремонт. Через него можно пройти только когда мы работаем, а это с 11 часов. В аду делать особо нечего, но если хочешь, можешь осмотреть вон ту шахту лифта. Окей.
Так, сокровище найдено. Так, отлично. Плюс кэшек. Да ладно. Это что у нас это? Dark Soul? Эй-эй-эй! Чего дерешься? Ну почему мне все постоянно бьют? Разве колокол пробуждения уже звонил? Даже в Сиесту спокойно поспать нельзя, чтобы не треснул никто. О, неужто избранный цыпленок собственной персоной? Вот тебе на. Вот тебе на, сэр Лучадор. Ничего, мешкаешь. Поспеши. Поспешил бы, пока Сальвадор не возродился эпоху тьмы. Нет золота у меня. Совсем не... Совсем. То есть, вообще. Кроме того, тебе стоит заняться делом. Это ваш Сальвадор тот еще жив. Блин, я говорю, это мимик из Dark Souls. Прикол. Вот это прикольная отсылка. Типа пасхалка. Я даже подумал, что просто новый враг какой-то. А нет. Ну да, видите, здесь тоже мне нужен полет по-любому. Ау. Не, я буду прокачивать все, типа удары. Блин, еще игра вот эта Blossom, ну, если вы помните, где чувак в этом шлеме бегает. В каске треугольной. Вышло дополнение. Я вот не знаю. Эй, приятель, хочешь пойти? Тогда тебе, кажется, вон туда. Да-да, через огромное лавовое озеро. Не спрашивай, как туда тебе советую. Главное, смотри, не обожись. Мне нужно полет снова же. Походу, я здесь его как раз и получу. Как-то арены не было давно, да? И вот как раз арена. Так, нужно смотреть, потому что... О! Удар головой нужно будет. Ну, вот эти лучше прокачать. А ну-ка. Мощные удары. Так, нам все равно сюда, потому что я там должен пролететь буду.
Опа-на, наконец-то. Наконец-то полет. Привет, Хуан. Рад встрече. Я Уай Чива из психотерапевтического измерения. Как дела? Поговорить о твоем эмоциональном настроении? Давай. Ладно, как тебе вообще это приключение? Все хорошо? Понимаем. Ты опасаешься за судьбу Мексивселенной. А еще очень скучаешь по своей семье. Да уж, спасение мира это уже... Это тоже в некотором роде забота о своих близких. Но, само собой, ты хотел бы быть рядом с ними. Наверняка тебе было бы немножко не по себе, смотря... Но уменьши себе и Люпиту из других измерений. Мы-то все у Ачивы уже привыкшие. А тебе, кстати, не встречались Ачивы из металлического измерения. Ага, зато они теперь покоятся с миром. У них все хорошо. Ну и что? Что он? Он скелет. Ну и что, что он скелет? Когда заводишь семью, и не такой бывает, может, кстати, сменить свой прикид. Ладно, хорошо, что мы все обсудили. А теперь я начну тебе свою полету. Ну да, нормально, все. Теперь мы можем летать. Теперь уже у меня точно, по идее, все должны быть способности прокачаны. Да, он также по земле вот так отпрыгивает. Так, так мне наверх не попасть. Так, там сокращения не было. Обратно мне так... Хотя я могу вернуться. Один фиг. Тут... А слишком далеко мне возвращаться. Ну, слушайте, а тут еще есть проход, оказывается. А чё ж я туплю? Давайте я сейчас назад все-таки вернусь, ребятки, сорян. Так, тут не закрыто, значит нормально. Не, если мне типа могут... куриным способностям еще каким-то научить, почему бы и нет. Так, а теперь вопрос, как мне туда только попасть. Ага. А это просто... А, это мне нужно от с той стороны. Ну ладно, зато сундук забрал. Так, здесь у нас больше ничего такого нету. Так, здесь есть проход. Опа-на. О, избранный. Не поверишь, сижу я тут, никого не трогаю. И вдруг понимаю, что фрагмент особого ключа где-то неподалеку. Ты тоже чувствуешь, что он рядом. Умоляю, будь осторожен. Добраться до него будет непросто. Да, погнали за ключом. Это вот эти, которые дохера урона, да, наносят, если не ошибаюсь. Ну,
А как я здесь делаю это? А, понял. Я понял, это... Да, да, я понял. А это еще не все, ни хера себе. Да, на ваншоте. Ну хотя бы не сам начал слушать, и то радует. Это сложно. Как я это сделаю вам? Я просто не пойму, как я должен лаву тогда быстро успеть, типа, опустить. Ясно, понятно. А, блин, точняк. Что-то я тупанул. Опять я тупанул. Да, это сложно. Я думал, тут будет полегче. Короче, о тех нужно забыть. И бежать прямо. Окей. Ясно. Ясно. Понял, принял. Я забываю про полет. Так, нужно собраться. Oof.
А вот здесь загадка. Я даже знаю, как я серию назову. Куриное испытание, либо типа того. Я не двигал кнопками, чтобы сделать удар, синий удар. Удар был? Удар был. Он исчез. Он по таймингам просто исчез. В не сработало. Я не виноват. Сосуте. О, боже. Забейте, я уже чисто туплю. Он атаку не сделал. Ну хоть не с самого начала слышать, и то радует. Удар. Я был на платформе. Кажется, мой персонаж был на платформе. Прикольно. Ага. А что мне тут нужно было сделать? Как? Там удар, типа, от которого нельзя увернуться. Ха-ха-ха.
Ладно. Аллилуйя. Ну так, стану. Или так. Наконец-то. Одна куриная реликвия есть. Горе пополам. Знаете, она, блин, не сложная, но она запутанная. И это сложная реля. Но зато одну мы нашли с вами. Теперь мы уже все можем исследовать. А не боим, мы все способности получили. Ну, кроме одной для курицы наверху. Уже вернулся? Ха, ну да. И что будешь делать? Полетишь, что ли? Халявные деньги. Арена. А, не, не арена. Стоп, давай с ним поговорю. Рассказать тебе про мой секретный ингредиент. Размечтался. Но знаешь что, попробуй добавить перца, да так, чтобы глаза не на лоб полезли. Халапеньо, серрано, хабанеро, поблано, гуахильно, пасильно. Обожаю все эти... На кромсай, да побольше. И тогда внутри как огнем горит. Короче. Не хочу. А, меня сделали маленьким, я понял. Давай мне денежку, давай. 300. Все равно я деньги нафармлю на это. Успеется все. Так, лягушонка еще нужно сделать 8 раз. И головой убить. О, избранный, наши молитвы услышаны, ты явился. Храбрее тебя никого не нет на свете. Птица, чьё имя нельзя называть, улетела в пустоши, прихватив наше драгоценное золотое яйцо. Поспеши же, лишь тебе под силу противостоять этой злой твари, иначе она уничтожит все, что нам дорого. Найс.
Блин, нам хотя бы... Ну, слушайте, у нас уже есть, в принципе, момент, который я могу добавить для аутро. Ну, типа, не интро, как она называется. Так, вопрос, куда мне идти? Давайте... А, вниз. Все. Вопрос исчерпан. Я чувствую, у нас такие же будут потом головоломки. У нас это уже... Мы это уже проходили. Нет, зачем ты это сделал? Удары головой. Подожди, оно скользкое или нет? Нет, оно не скользкое. Да подожди ж ты. Так. Это засчитывается, что где? Засчитывается. Так, и жабий удар мне еще надо. Изи. Бац. Блин, я не знаю, сколько, куда мне потом деньги эти девать. Не богу. А если до конца долечу? Нихера себе. Так я тут еще что-то и нашел втихаря, прикиньте. Так, ладно, полетели. Хоп. Полетели. Хоп. Секретки нету. Ау. Ну что, в принципе, мы
Давайте, думаю, на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.